Там что находится? Зона в Камбе. Просили передать тебе. А кто просил? Человек. За что с ума? Ну вот, тот список, который я вам давал, позавчера. Незаконно проводить, компрометировать фонд, как должностное лицо. Что в конверте находится? Без понятия. Без понятия? Вы принесли конверт? Ну, я журнал принес. Журнал принесли? Да. Ваш журнал, да? Ну, давайте отправим в присутствие принятых конверт.